Так, друзья, всем привет, с вами Сиджи, и добро пожаловать в инди-хоррор, сделанный на движке FPS Creator. Давненько, на самом деле, ждал эту игрушку, поддерживал связи с разработчиком, вместе с ним, ну как вместе с ним, он мне в некоторых моментах помогал, я тоже раньше делал игру на данном движке, но я ее сейчас забросил, перешел на более другой, новый движок, под названием Unity. Ну ладно, как утверждает сам разработчик, это первая и последняя игра на этом движке, и это немножечко прискорбно. Потому что, знаете, вот мне кажется, этот движок, это вот именно вот то, с чего все это начиналось. И вот когда заходишь в игры от данных, так сказать, с данным движком, оно все это навеивает такую ностальгию, такую нотку ностальгии, вот эта вся ламповость его, вот этих всех багов. Не знаю, мне кажется, этого будет не хватать в Стиме. Да и вообще, в принципе, в инди-проектах этого будет реально не хватать. Так, ну, собственно говоря, мы загрузились в этот раз, слава богу, без проблем. В прошлый раз у меня тут текстуры сквозь стены просвечивались. Ну вот, блин, я говорю, это... Скоро стемнеет. Мне нужно спуститься в подвал и запустить генератор. Вот. Таких багов реально будет не хватать. Вот, ну посмотрите, что это вот это вот, что вот это вот. Это FPS креатор, это да, это здесь должна быть лампа, однако ее здесь нет. А, все-таки, блин, не без проблем запустился этот уровень. Придется опять все это дело перезагружать. Может быть, даже придется, скорее всего, проверять целостность файлов. А может быть и хрен с ним. Итак, попробуем. Я уже запускал эту игру, чтобы немножечко, так сказать, ознакомиться, что нас здесь вообще будет ждать. А ждать нас будет следующее. Нам нужно подобрать то ли масленку, то ли что. А, во, какая-то заставка еще. Надеюсь, после нее игра не вылетит. Я начинаю вспоминать человека, который жил в этой комнате. Так. Начальник охраны. Мы все боялись его до дрожи в коленях. Это была огромная гора мышц и жира. Его глаза всегда были полны злобы. Он часто бил нас за малейший проступок. Сейчас я понимаю, что это был несчастный, закомплексованный человек с проблемами в семье. Интересно, они сами рисовали же этот фильм? Довольно-таки неплохо получается. Так. Может быть, баг пропал? Я, конечно, понимаю, что тут какого-то особого... Да, особой прогрузки уровня после видосов нету, но может быть чудеса случаются. Так, это что такое? Оно так светится, словно надо подобрать. Ну да, как оказалось, так и есть. Так, масленка. Масленка нам тоже впоследствии будет нужна. По-моему, в этом же уровне, только спустя одну прогрузку. Вот надеюсь, спустя ту самую прогрузку у нас пропадет вот этот вот баг с лампами. И... Не знаю, будь я не какой-то... Ну, не знал бы я, что на чем эта игра сделана, не копался бы сам в этом болоте, то я бы, наверное, сейчас дико орал, дико возмущался, писал бы гневные отзывы в Стиме, потому что игра не с первого раза запускается, все это дело лагает, трещит по швам, и происходит какая-то дичь невероятная. Но поскольку я знаю, что это такое, как это делается, и с чем приходится иметь дело в момент разработки таких вот игр... На самом деле, вот то, что я вижу сейчас, это офигеть какой реально классный, не сказать, что прорыв, но достижение это точно, потому что реально на данном движке что-то сделать, что-то годное, хотя бы даже такого уровня, это довольно-таки сложно, и разработчику реально за это огромный респект. Так, здесь у нас где-то должен быть как генератор, в котором нет топлива, там рядом стоит бочка, потом нам надо будет подобрать еще шланг какой-то, да, чтобы типа закачать. Генератор не запускается. Вероятно, в баке нет топлива. Единица? А, здесь должен быть огнетушитель, который тоже пропал. Не знаю, по-моему, это даже прикольно. Так, здесь у нас где-то должен лежать шланг. Так, перезапущу запись на всякий пожарный, чтобы она не просралась в случае чего. Так, все готово. Здесь придется подстраховываться, иначе мы будем вынуждены просто постоянно все это дело перезаписывать. Тогда у меня точно компанет, и
Так, ну, а, блин, надо сначала нажать на бочку, а потом уже идти за шлангом. Это же тут все, как бы, ну, здесь нет такого, как есть в тех же Unity, там, Unreal Engine. То есть, если ты заранее что-то делаешь, то скрипт тут работать не будет. Тут соблюдаться должна четкая последовательность, иначе все будет плохо. Так, по-моему, я не вижу бочку, которая здесь должна стоять. Так, ну, она где-то здесь, это я точно знаю. Вот она. Там, в этой всё. Бочке есть топливо. Я еще, по-моему, сквозь текстуры вижу, если я не ошибаюсь, или нет. Нет, нормально. Так, все, теперь идем в это самое помещение, забираем шланг, возвращаемся обратно, запускаем генератор, ждем загрузку и вуаля. Да, все. А дальше я уже не проходил, дальше я не знаю, что там должно быть. Но я вам честно скажу, на вот этом моменте, когда я только запустил эту игру, я, наверное, ходил минут 30. Пока я пытался запустить генератор, за окнами стемнело. Начался дождь. Так, вот сейчас должна быть вроде как загрузка. Потому что, ну, типа второй уровень, новые скрипты там, да, все фигня. Нет? Это у нас кабинет директора, да? Закрыто. Кажется, это кабинет директора. Да, это он самый... Так, и здесь у нас должен быть где-то ключ, если я не ошибаюсь. Ну, в общем, давайте все. Дойдем до тех моментов, где я уже ничего не знаю. А это уже рядом. И начнем, так сказать, прохождение с новой силой, с новыми ощущениями. Слава богу, что здесь я еще как никаких скримеров не ловил. Что-то у меня FPS как-то стал просаживаться. Ну, довольно странно, но опять же, это же FPS-креатор. Что меня здесь удивляет. Так, масленка, это нам пригодится. И ключ. Кстати, на первом уровне, как вы могли вспомнить, я подобрал один ключ. Но куда этот ключ? Он, видать, просто забаговался, потому что его там быть не должно, по-моему. Заперто. Нужно поискать, чем можно открыть этот замок. А открыть его можно, если, опять же таки, я не ошибаюсь, где-то здесь туалет, да, туалет, в туалете ящик, да, вот. А здесь скрепка, которая открывает этот ящик. Все логично, все просто, все изи прям. Так. Хобана. Открывай, давай. Вот, кстати, такую анимацию тоже прикольно сделали. Когда я делал, что-то там пытался сделать, у меня там обычное, просто, знаете, типа, даже иконки никакой не было, что... Ну, обычный там стандартный FPS-креатор без каких-либо модификаций, плагинов и всего прочего, и это все выглядело очень убого. Но и более ламповый, я вам так скажу. Это вот как раз напоминало те самые времена, когда еще Куплинов проходил подобные игры у себя на канале, там орал очень сильно. Вот как раз примерно такие же игры в то время были. Вот, а сейчас уже вот что-то такое, типа на новый лад, но... Жалко, жалко очень, что это типа последний проект. Это как-то в грусть, в тоску вгоняет. Потому что, ну, другие... разработчики уже почему-то и не хотят даже думать об этом движке. Не, ну оно и понятно, он реально уже слишком уж трешовый для нынешних времен и для нынешних запросов у геймеров, но, блин, олдфагам же хочется иногда вот чего-то такого трешового. Так, что я подобрал? Я подобрал ключ от кабинета директора. Так, давайте не будем тупить уже, пойдем туда, куда надо. Несмотря на низкий FPS. Когда я играл без записи, у меня было стабильно 100 кадров, сейчас почему-то все проседает, ну и опять же такие... Замок заклинило. Давай масленку. Это все FPS Creator и его ненависть, видать, к программам записи. Моя медицинская карта. Умный, не... Не общественный, не агрессивный ребенок, а животное. Стабильная ментальность. Хобби рисование, чтение, страхи, высота, тьма, обучение,
пройдено по всем, короче, этапам. Так, имя Чарльз. Чарльз. Фамилия Уоррен. Лет 12. Мужчина. Такого-то рождения. Так, это у нас черт, у нас пепельница. Ручка нам не нужна. Книжка. Или что это такое? Ага, ключ. Найс, еще один ключ. Тот самый геймплей, который предлагает нам искать ключи, открывать двери, ящики. Да. Чего-то более сверхъестественного на этом движке ты не придумаешь, так что сейчас должна упасть картина, в которой мы увидим сейф. Сейф. Думаю, там точно есть что-то интересное. Без кода мне его не открыть. Опа. Ты что, типа так сразу угадал? Кабинет доктора. Это был высокий и сухой старик. Он был всегда мрачен и немногословен. Мне казалось, что он постоянно следил за нами, как будто пытался нас изучить. Но в то же время он не слишком охотно лечил нас, когда мы заболевали. Было ощущение, что у него мало практики с лечением многих не очень-то сложных заболеваний. Что странно, ведь он был уже далеко не молод. Так. Еще одна моя медицинская карта. Странно. Но почему тут написано, что я агрессивен и склонен к самоубийству? Я никогда не был Джон, таким. Джон, пожалуйста, поторопи своего коллегу. У меня очень мало времени. Нужно как можно быстрее выпроводить отсюда Чарльза. Сам знаешь, сколько у меня сейчас проблем с закрытием интерната. Адрес. Психиатрическая больница имени Святого Патрика. Кстати, да, здесь уже другая информация. Агрессивный, обучение плохое, скандалил с учителями. Но здесь реально какая-то уже другая информация. Это, видать, кабинеты врачей, и у каждого свои данные, свои сведения о данном, так сказать, пациенте. Так, то ли это он юзал эти таблетки, то ли это таблетки для пациентов, хрен его знает. Это нам еще предстоит выяснить. Тут, ну, смотрите, сколько документов. Ай, FPS, конечно, что ты делаешь-то, ну. Так, медицинская карта, история наблюдения. Старого формата еще. Так. Ну, господи, FPS, отпусти меня. Так, все, спасибо. Так, что у нас есть в итоге? Мы увидели какую-то еще одну очередную заставку. И больше пока что у нас ничего нет. Ага. Началось. Терять там нечего, просто идем. Единственное, что я могу потерять, это запись. В случае неожиданного краха игры. И, разумеется, это будет не весело. Но надеюсь, этого не случится, поскольку сейчас предпосылок особо никаких нету. Что за... Да вот и я тоже так об этом думаю. Так, еще одна загрузочка. Наш учитель был забавным стариком. Не сказал бы, что он давал много полезных знаний. Зато часто любил рассказывать нам занимательные истории из своей жизни. Сейчас я уже не могу вспомнить хотя бы одну из них. Ага. Значит, единственный положительный персонаж в этой игре, да? Окей. Я обязательно тебе помогу, только сначала нужно помочь самому себе разобраться в истории этой игры. Ух, господи, ты что такое? Там чувак сидит или это лампа такая? Смотрите, серьезно, реально.
Вот если вот так вот соединить, кажется, как будто это челик какой-то за столом сидит. А я так смотрю, опа, это оказывается телефон и вообще неизвестный какой-то мне предмет. Так, много разбросанных всяких листовок, тетрадей, чего-то такого школьного. Ух! Ага. Ну это я знаю, да, это я видел. Здравствуй, Чарльз. Я рад, что наконец-то ты вернулся домой. Да, кстати, если кому-то вдруг интересно, у меня есть своя группа с некими моделями. Я ее пока что только развиваю. В будущем там будут появляться все различные модели на разный вкус, на разный лад. Кстати, возможно принятие заказов. Типа там, мне нужен комод, я могу спокойно его зафигачить или еще что-то там. Если кто-то вдруг занимается чем-то подобным, в принципе, в описании будет ссылка, можете зайти посмотреть. Вот. Там есть вся необходимая информация. Так, а мы возвращаемся к игре. Двери у нас по-прежнему все закрыты. Там у нас вроде как тупик. Так, вот эту я юзал дверь. Да, но смысла, видимо, от этого никакого нету. Так, это у нас еще опять тупик. Судя по всему, да. Так, мы подобрали очередные ключи. Интересно, откуда они могут быть. Стрём, да и только. О боже, кто ты? Не бойся меня, подойди ближе. Ну, допустим.